Незаконные приобретения, хранение, перевозка с целью сбыта, равно сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С таким обвинительным заключением следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование с утверждением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, направлено в суд Галского района уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Телегина Германа Юрьевича, 85-го года рождения. Гражданин Телегин в декабре 2020 года, находясь на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет через мобильное приложение Telegram, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью организации незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Абхазия. В ходе беседы неустановленное следствием лицо предложило гражданину Телегину передвигаться на территории Республики Абхазия на принадлежащем ему автотранспортном средстве для осуществления тайных закладок. За выполненную работу пообещала оплатить Телегину сумму в размере 500 рублей за одну тайную закладку. Гражданин Телегин согласился на условия, предложенные неустановленным следствием лицом, и 17 марта 2021 года на принадлежащем ему автотранспортном средстве BMW приехал на территорию Республики Абхазия и заселился в гостевой дом. Затем Телегин получил геолокацию о месте нахождения наркотического средства. 22 марта 2021 года Телегин, используя ранее переданную ему геолокацию, направился в село Камансукумского района, где забрал указанное наркотическое средство – метадон весом более 180 грамм. Гражданин Телегин в продолжении своего преступного умысла с вышеуказанным наркотическим средством на своем автомобиле направился в Галский район, где в лесном массиве успел осуществить 9 тайных закладок до момента обнаружения его сотрудниками милиции. Герман Телегин был задержан 23 марта текущего года сотрудниками УКОН совместно со специальным отрядом быстрого реагирования МВД Республики с поличным при осуществлении так называемых тайных закладок наркотического вещества в Галском районе на проселочной дороге у лесного массива. Изъятое у Телегина наркотическое средство метадон, исследованное в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, составило более 180,5 грамм. Наркотик был уже мерно расфасован в полиэтиленовые пакеты. В общей сложности в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции изъяли 390 свертков, предназначенных для продажи на территории Республики Абхазия. Своими умышленными действиями Телегин Герман Юрьевич совершил преступление, предусмотренное пунктом В, части 3, статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, как незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Телегина во вменяемом ему преступлении, содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест сделанных закладок и данными геолокации, а также непосредственно вещественные доказательства. Герман Телегин предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении неустановленного лица действует совместно с Телегином выделено в отдельное производство, по которому проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.